Этот проект с самого начала удивлял своим размахом. Шутка ли, после того, как предприятие выйдет на полную мощность, оно одно будет производить половину тех объемов свинины, которые в советское время производила вся Калининградская область. Немало было скептиков, которые сомневались в том, что проект будет реализован, но желание инвесторов развивать в регионе свинопроизводство и 40 миллионов евро, вложенных в строительство комплекса, сделали свое дело. На этой неделе первые 55 поросят отправились заказчику. На сегодняшний день мы работаем только с крупными оптовыми покупателями. Связано это прежде всего с тем, что у нас нет собственной скотобойни. В будущем мы планируем построить собственную скотобойню и заниматься разделкой свиней. Уже сейчас у предприятия внушительный пакет заказов. График поставок расписан на несколько месяцев вперед. У калининградской свинины датские корни. Именно оттуда ввезли свиноматок для воспроизводства. Вся продукция компании «Правдинское свинопроизводство» будет реализовываться на российском рынке. В следующем году мы выйдем на полную мощность. До 1 декабря закончим строительство и импортируем дополнительные поголовья свиноматок. Кроме, собственно, свиноферм, правдинское свинопроизводство – это еще и 8 тысяч гектаров пахотных земель для выращивания зерна и собственный завод по изготовлению кормов. Сейчас на предприятии трудится 100 человек, средняя зарплата – 20 тысяч рублей. Здесь что уникально здесь? Уникально, что это самые новейшие технологии. Свинокомплекс строен правильно, да, по всей норме, да, значит, на производственные нормы и санитарные нормы и так далее. У нас хорошая генетика. Появление столь крупного животноводческого комплекса, безусловно, скажется и на развитии смежных отраслей региональной экономики – мясопереработки, производстве полуфабрикатов и колбасных изделий. Уже на стадии строительства в условиях кризиса правдинское свинопроизводство стало своеобразной палочкой-выручалочкой для строительных компаний региона. Кроме того, что мы сами работаем, с нами работает порядка 8 субподрядных организаций, которые тоже задействованы. Это тоже потенциально рабочие места. Так что я думаю, что в совокупности это порядка где-то человек 300 задействовано сегодня в работе на этом комплексе. Сегодня готовность комплекса 90%. После завершения строительства предприятие будет ежегодно производить на продажу 75 тысяч поросят. Валерий Екель, Игорь Фоминов, «Вести Калининград», «События недели».